херак и новый день. Закончили монтаж картин. Уже все картины смонтированы. Остался конек и софитная часть. Софитную часть пока не можем монтировать, потому как фасад еще не готов. Сегодня сделаем образец и перейдем на вот тот шалаш. Монтировать водосточную систему, картинами забрасывать все, пока здесь нам не подготовят. А так, вот все готово. Вот. Сейчас буду показывать вам образец софитной части. Как она делается, как она выглядит. Засунули одну. Есть небольшое такое бубонение, как его правильно назвать. Хотя натянуто, как струна. Просто заливали через... Ну, короче, засовывали плотненько очень. Попробовали сейчас приклеить шаумбенд. Серединку, чтобы... Если там не надо сфокусироваться. Чтобы вот тут вот... Вот в этом месте был шаумбенд, да? Чтобы убрать этот эффект, как бы. Сейчас степлером прибьем их, чтобы они никуда не убежали, когда мы будем засовывать. И потом будем пробовать сейчас засовывать. Продолжаем тестировать. Вот здесь у нас нет вообще, не подклеили. Здесь в один слой подклеили. И вот видно, чуть-чуть люк есть. А вот здесь уже в два слоя шаумбенда. Сейчас, ну, то есть идея такая, чтобы он натянул ее, да, и прилегал, чтобы от ветра это вообще все как бы очень жесткое было. Сейчас будем пробовать. Так, ну, в общем, одели все. Заготовки одели. Вот они такие две панели, три панельки. А, сказать правду, второй раз ставили. Два раза, точнее, ставили. Это второй раз на таймлапсе, который вы увидите, скорее всего, в конце видео, там, где мы их засовываем. Мы их просто руками взяли и позасовывали. Они начали, ну, гремели, ну, плохо. Потом на 5 миллиметров растащили вот эти вот планки и потом их забивали через бруски. Не знаю, есть вот бруски, но он кусок лежит. Пораскалывались бруски у нас. Били, забивали их. Расклинивали. Первую забили, просто расклинили. Вот она натянута уже, да? Но есть звук большой. Ну, как бы вот, если сильно ветер гремит. То есть, если сильный ветер будет, может быть такая ситуация, что будет греметь. Вторую уже сделали, следующий момент. Вот на вот эти вот направляющие наклеили шаумбенд в середину. Вот тут будет видно, вот он. Полосочку вот такую вот. Уже меньше, но есть небольшой люфт, то есть она за счет фальца вот этого вот отходит больше, чем толщина шаумбенда, поэтому есть еще небольшой люфт. Вот здесь третью наклеили два слоя шаумбенда, естественно, прибили его степлером, чтобы когда засовывали, он то не тащило вообще, то есть люфта нет. Вот так вот, значит, все остальное делаем полностью, ну, то есть когда будем все делать, так как это образец, мы на нем сейчас это все ставим, сделаем ветренник для образца, чтобы заказчик посмотрел и застройщик посмотрел, Антон, собственно, а потом все будем проклеивать. Вот тогда она греметь не будет, она тогда очень хорошо становится. Вот, в общем, вот так вот. Сейчас буду делать ветровую планку и все вам показывать. Следующий этап. Прикручиваем вот такую вот планку. Вот, с торца вот так выглядит. Вот так.
вот так вот прикрывает все здесь, да? Так она прикручивается. И потом, сейчас вот я прочертил полоски. Видно, нет? Вот они идут. Это у нас то, где рейка становится. Те места. Вот. Я их прочерчивал. Вот, сейчас будем дальше показывать. Следующим этапом ставятся такие вот реечки. Планочки, да, прикручиваются. Вот так же, как и здесь. И потом сюда засовывается как бы уже сама заготовка. По такой же схеме, как и здесь. Вот так вот они стоят. Сейчас дальше будем ставить телеведровую заготовку. Она здесь будет идти. Потом у меня будет здесь фальчик на 2/3. А потом ветренник будет цеплять за этот фальц и обмалы и обжиматься здесь. Здесь на картине. Так, ребят, ну, следующий этап. Поставил ветровые заготовки вот эти вот. Штучные такие вот. Вот. Вот так вот их подвернул здесь. Не знаю, видно, не видно. Солнышко светит, непонятно. И вот они напротив. Вот это вот как бы промежуток, вот это совпадает вот с вот этим вот. Вот так вот. Сейчас будем ставить ветровой элемент, ветреник. Он будет цельный, цепляться вот за этот фальчик и вот сюда за одинарный. Вот. И, собственно, на этом образец будет закончен. Я думаю, что и заказчику, и Антону, как генеральному подрядчику, да, генподрядчику, должно тоже понравиться. Вот так вот. Ребят, образец готов. Сейчас мы все пройдемся. В общем, стартовый G-профиль, да? Вот так выглядит. Прикрутили туда саморезами, ну еще когда всех заготовок не было. Потом стартовые планочки, это я вам показывал. Уже вот, потом они вот так набираются. Потом стартовая планка становится. Вот это. Потом ставится вот эта вот рейка внутренняя, как вот и вот эта вот. И они стоят друг напротив дружки. Да, видно это сфокусировать, да? Вот они, друг напротив дружки. Вот эта заготовка сзади двоечек, полторашка, точнее, отгибается вот здесь вот, вот это вот она. Потом заготовка делается, которая вот здесь цепляется за фальчик, так вот, так вот цепляется за фальчик, и здесь вот, вот с торца, потом обжимается как бы и держится за картину, да, на картине в свою очередь тоже стоит камера. В общем, если с торца посмотреть все срезы, то вот заготовка. Вот заготовка и цепляется. Вот эта вот рейка. Раз, планка. И, в общем, выглядит это все вот как-то вот, вот так вот. И, скорее всего, вот так оно и останется. То есть имеется в виду, что это решение и будет. Как бы монтировать этого, я вам покажу все полностью. Вот здесь вот получается с торца, потом с того с торца то же самое, и вот здесь еще эта пристройка такая, тут то же самое будет. Вот, в общем, как-то так. Идем на тот шалаш, там уже Дима сетку набил, крючки нагнул. Сейчас будем фрезером выбирать и ставить водосточную систему.